Первое, второе и компот, составляющие здорового обеда для школьников. Насколько все это вкусно, проверил лично глава округа Андрей Иванов на базе Лесногородской школы. Блюда для дегустации подавали по дням недели. Сначала полное меню понедельника, затем вторника и так далее. После снятия пробы Андрей Иванов высказал свои пожелания по улучшению обедов. Можно с вами же, да, по технологии? Да, но с вами вы везде добавляете суп у вас отварную. Да. Вот здесь вы можете исключить это такое. Лежит как советского прошлого. Полностью махровой пути, да? Но это уже никто не делает. Да. За столом глава муниципалитета пообщался со старшеклассниками, узнал их планы на будущее, а по итогу мероприятия все участники заполнили анкеты по качеству еды и сделали совместные фото на память. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».